В зале Центра спортивной подготовки «Триумф» в Якутске сегодня царила непривычная тишина и полумрак. Участники Азиатской Олимпиады по физике прошли первый этап – экспериментальный. Они проводили измерения при помощи лазеров, поэтому в помещении было обеспечено отсутствие дополнительного освещения. Лишний свет может помешать получить верные результаты. Тур проходил на протяжении 5 часов. Все это время участникам было запрещено покидать помещение. Каждый конкурсант самостоятельно выполняет задания, вместе с тем подводят и общекомандные итоги. В первую очередь правильность, понимание участникам физической сути задачи и полученные результаты. То есть сейчас вот они должны не просто произвести измерения, а получить правильные характеристики тех образцов фотонных кристаллов, с которыми они работают. И членам жюри надо будет проверить все эти работы очень тщательно, потом объявить предварительные результаты. Потом участники могут подать апелляции, надо будет обсудить членам жюри с участниками, возможно, внести коррективы в оценки, и только тогда образуется итоговый результат.